Здарова всем, ребята, Кента ПК на проводе, самый эксперт по новогодним обновлениям, меня зовут Кента ПК. А, я уже говорил, что я Кента ПК. Ну, короче, пацаны, прямо сейчас, сначала данного ролика, влепите лайк, подпишись, потому что прямо сегодня я вам покажу лучшую реализацию обновления 0.18.0, и мы посмотрим на хэллоуинское обновление. Так что, ребята, присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек и погнали! Ну и конечно же, ребята, я же не жадина говядина, конечно, розыгрыш, нож-бабочка, Dragon Glass. Чтобы получить данную замечательную малышку, тебе надо просто прямо сейчас, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID, и желательно побольше комментариев, чтобы я тебя заметил. Ну и конечно же, третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца, без перемоток. Поехали. Ну что же, давайте смотреть, Stand-O 2, я уже вижу это снежное оформление, ребят, такое ощущение, что уже снег пошел. Кстати, почины, а у вас снег есть за окном? А ну пишите, потому что у меня, пацаны, у меня чисто асфальт за окном. Такое ощущение, что Новый год будем асфальтом бросаться. Так, все, смотрим дальше, максимально внимательно, при поддержке Axelbolt. Правда, не понимаю, как Axelbolt их поддерживали, но тем не менее, давайте смотреть, что мы, ребята, видим. Как вы думаете, а что это за карта-то? А! Ребята, я уже сразу угадал, это карта провинции, то есть карта провинции в новогоднем стиле. И давайте посмотрим, что же ожидать от этой карты, потому что мало ли, ребят, будет какая-то ерунда. Давайте внимательно посмотрим. Если я не ошибаюсь, это старая карта провинции, то есть до изменений. Так, ребята, это подарки. Многие заспрашивают, а какие подарки вам подарят разработчики? Вот, ребята, на карте провинции будут какие-то подарки. Приходи и смотри. Ха-ха, это максимальный подарок, который вам подарят. Ха, ладно, пацаны, ничего страшного. Но дядя Кента ПК вам подарит нормальные подарочки. Все, ребят, смотрим. Потому что я скажу так, это должно быть нечто. Мне сказали то, что вот этот трейлер будет просто сногсшибательным. То есть подарочки, свечечка. Так, ребят, кстати, а мне вот интересно, а что это за позиция на карте провинции? Блин, кажись, это где-то возле меда, если я не ошибаюсь. Блин, ребят, ну очень круто, очень много подарков, к сожалению. Очень обидно, что эти подарки нельзя забрать. А, нет, это не мид, это плент А, в натуре, смотрите, плент А, прямо сверху на ящике. Happy New Year. А, ребят, я сейчас блесну своим познанием английского, ребят, не зря я проучился 20 лет в английской школе. Счастливого Нового Года. Так, давайте смотреть дальше. Просто наслаждайтесь. Не понял, а это что за Биба и Боба? Я, конечно, все понимаю, молодой человек. А вы кто, собственно? Ничего себе. Это, как я понимаю, раньше был конь, потом добавили бочку, а потом добавили вот этого типа. Ха-ха, прикол. Блин, почины. Вот это просто приколец, просто за это лайк. Так, он еще жмет конфету, типа такой, вот, братуха, держи, пососи. А мы не будем сосать, мы не такие. Так, все, ребят, погнали смотреть дальше. Лавочка со свечкой. Ну, то есть, вы поняли, да? И, ну, вы знаете, есть вот эти свечки, лечить геморрой, вы на них садитесь, и сразу все болезни проходят. Смотрим дальше. Но, тем не менее, тоже очень красиво. Опять подарки, ребят. Ну, это уже точно мид. То есть, тут кто бы что ни говорил, это уже 100% мид. Но тут видно, что ребята реально постарались, потому что мид мне действительно нравится, и все сделано максимально красиво. Это какой-то заброшенный фургон, я хрен его знает. Может, это фургон компании Axelbolt, может, не на этом фургоне. Ездит на работу и домой. Ну, какой-то он сильно ржавый, да? Ничего себе. О-о-о! Опять подарки, блин, сколько подарков. Вот самое обидное, что, блин, подарки будут только на карте, а в игре и у вас в инвентаре никаких подарков не будет. Даже, ребят, не рассчитывайте, куда губу раскатали-то. Так, смотрим дальше. Но я скажу так, это тоже очень-очень прикольно, мне очень нравится. И, конечно, ссылочка на этих авторов будет в описании. О, ребят, посмотрите, а что это такое? Ребята, а вот это новогодняя упряжка Санта-Клауса. Вот это крутяк, просто посмотрите. Ха-ха! Очень прикольно, очень интересно. Я бы, честно говоря, сам бы с радостью прокатился. И опять свечка. Ну, вот, наверное, чтобы мне было удобнее сидеть с Деду Морозу. Ой-ой-ой, как же это круто. Ёлочка новогодняя, обалдеть! Вот честно, я скажу так, я раньше думал, что карта провинции вообще ни в какую не подходит для того, чтобы ее сделали новогодней. Но нет, ребята, карта провинции это просто идеальная карта, чтобы ее изменили под Новый год. Очень круто, очень классно. Опять же, это же самая надпись Happy New Year, то есть видно, что проделала большая работа. Мне очень нравится. Знаете, чего не хватает? Не хватает только снега, чтобы было больше новогоднего настроения. Новогодний олень. Это, ребята, это отсылка к читерам. Кто понял, тот понял. Так, смотрим дальше. Блин, прикольно. Мне вот интересно. Кстати, знаете, что было бы прикольно, если бы на меду вместо того чувака поставили Санта-Клауса? Ну, короче, вместо бочки было бы Санта-Клауса. Это было бы тоже очень весело и забавно.
А вот это уже плент А. Или Б. Субилет респа. Ребят, если не ошибаюсь, это спаун спецназа. Посмотрите. Да-да-да, это он, это он, это он. Ну, только немножко измененный. Еще откроются двери. Чекать, сейчас будет спойлер. Опа! Что это за надпись? Не понял. Ну, а теперь немножко поговорим про подарки. В прошлом году нам, ребята, разработчики подарили пинок под зад. Позапрошлом году разработчики нам тоже подарили пинок под зад. А вот позапрошлом году, когда еще половина моих подписчиков не родилась, разработчики подарили гифтбокс. Поэтому, ребята, есть такая маленькая вероятность, но она очень маленькая, такая маленькая, как пипирка. Не буду говорить кого, но вы поняли, да, пацаны? Тоже есть вероятность, что разработчики в конце концов нам подарят гифтбокс. Но, скорее всего, у нас будет новогодний пас. Даже не скорее всего, я в этом уверен. И халява будет вряд ли. Вот я скажу откровенно, халява будет вряд ли. Честно говоря, я очень сильно хотел бы, чтобы разработчики нас с вами удивили. Но я, ребята, мыслю здраво. На протяжении 2, а то и 3 лет не было ни одного подарка от разработчиков. Но я скажу так, разработчики в прошлом году очень сильно нас удивили своим пасом, потому что, ребята, в этом пасе добавили абсолютно все ножи, и это просто огромнейшая работа, и разработчики большие молодцы. Просто, ребят, посмотрите на все это, посмотрите. Грубо говоря, за один пас добавили 10 ножей. Просто представьте, 10 ножей. По поводу скинов. Скины в прошлом году были, мягко говоря, не очень. Мне понравился только скин на P350. Дальше, что мне еще понравилось? Блин, да, в принципе, вроде ничего больше не понравилось, да? Потому что все остальные скины нереально страшные. А, еще MP7 Blizzard. Реально сочный, классный скин. Ну, а теперь, наверное, один из ключевых вопросов. А когда же все-таки Кента ПК Писюндевуха выйдет обновление? Ребята, нам надо телепортироваться в прошлый год. То есть, прямо сейчас мы телепортируемся, и мы видим прошлогодний трейлер. Давайте еще раз его посмотрим, потому что я уверен, что вы его уже все забыли. Просто взгляните, какой же он классный. Блин, вот реально очень круто. Это ссылка к новому режиму. Мы уже знаем все эти пасхалочки. Новый же команда, ссылка к новому режиму. Вот. И когда он вышел, вы помните? Вы, наверное, не помните. Я вам сейчас скажу. Сейчас трейлер закончится, я расскажу. А вот этот вот новогодний трейлер 2021 года вышел 26 декабря, грубо говоря, за 4 дня до Нового года. Но, ребята, есть одна лишь поправочка, то, что разработчики в прошлом году очень сильно спешили. И я искренне надеюсь, что разработчики хотя бы сейчас, хотя бы в этом году все сделали заранее, и обнова выйдет максимально рано. То есть я планирую, что трейлер выйдет числа 15, а уже число 20, 25 уже будет само новогоднее обновление. Ну а теперь, пацаны, смотрите, самый верный метод, как узнать, когда же все-таки точно будет обновление. Мне для этого пришлось написать Excelbolt в поиске, и тут мы видим миллиард кланов. Но нам надо найти тот самый настоящий клан тестеров. Это Excelbolt Developers. Мы прямо сейчас нажимаем профиль клана, и мы видим то, что все тестеры не в сети. Что это означает? Это означает, что они сейчас просто жрут на наши бабки с вами и отдыхают где-то там, наверное, на Мальдивах. Ладно, пацаны, шучу. На самом деле это означает то, что тест еще не начался. Мы прямо сейчас заходим к самому главному тестеру LQA Hold Jewel. Вы все его прекрасно уже знаете. И нажимаем история матчей. И как мы видим, то, что последние 10 дней никто ничего даже не собирался тестировать. Зато 20 ноября, как мы видим, тестеры, скорее всего, тестировали новый античит. Потому что, как мы видим, тут везде надпись «Результаты отменены». Что же это означает? Это означает, что всем читерам хана! Ну что, проверяем тестер номер 2, Bad Signal. Он последний раз тестировал обнову 7 июля! Ё-моё, что ты делаешь в этом клане, ребята? Разработчики, исключайте его, потому что он ничего не делает. Так, смотрим дальше, Тим. Тим, братик, а ты когда тестировал обновление? 30 ноября 2020 года. Год назад ровно. Вот это, конечно, приколяс. Не, конечно, тестеры тут мощные. Короче, учитывая, как тестеры тестируют обновление, ребята, то нам надо будет ждать обновы еще как минимум несколько лет. Ну а прямо сейчас я вам расскажу, что же все-таки 100% будет новогоднем обновлении. Первое и, наверное, самое-самое важное, это Gold Pass. То есть будет, скорее всего, какой-то новый ножичек, будет какой-то новый скин Аркана, и новые наклеечки, это все по дефолту. То есть первое, это новый Gold Pass. Дальше, что же будет еще такое интересное, это изменят карты в новогоднем стиле. То есть я не знаю, какие это будут карты, возможно, это будет карта даже сама провинция, вполне вероятно. Возможно, это будет зона 9, такая огромная, большая карта. Представьте, насколько это было бы красиво. И также,
ребята, скорее всего, изменят не одну карту, а несколько, как и в прошлом году. В прошлом году изменили карту Training Outside, изменили карту, еще какую-то карту Sandstone тоже меняли. В общем, поменяют, скорее всего, половину карт под новогоднюю стилистику. Также, помимо всего этого, добавят новый режим, какой-то связанный с Санта. То есть, это будет тоже верочно, потому что каждый год добавляют новый режим. Я надеюсь, что этот режим будет гораздо интереснее, чем в прошлом году, потому что в прошлом году ты просто с пистолетиком стрелялся и все. Этот режим трындец, как всем надоел. Ну и что я могу сказать? Ставь лайк, если ждешь обобу, ой, обнову. Также подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Кета, пока, всем удачи и всем пока.